Итак, зона посадки у реки, дорогие друзья. Нам нужно отправляться на вертолет и улетать отсюда нахрен. Ну что, давайте, ребята. У нас 4 ствола, точнее 5. Ну, 5-й вот этот вот, который справа, он не особо-то воюет, вообще в принципе он не помогает. Так что ударная сила — это, конечно, Джон Мэллинс. Ну, то есть мы. Ну что, давайте убираться отсюда быстрее. Давайте, ребята, давайте. Веди мост, пока все чисто. Назад, граната! Вперед, 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 ребята, не тормозим. Не слушайте его, своего этого обсоса, вообще беспонтовый какой-то командир. Он только базарить может, да? Стоять так вперед, прям. Бой вообще никак не сейчас прикрывает. У нас на 2 часа. Чисто. Давайте, 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 мужики, вперед. Ребят, вы там где? Радости тут у тебя сколько, да? Так, это, кстати, наш полный вертолет. Второй год, ребята, игра вышла 21 год назад, если я правильно помню. Но игра просто нереальная, шикарнейшая игруха, которая, ну, так сказать, начала мое похождение по компьютерным играм вообще, в принципе. Кто меня там толкает, да? Ты либо вперед иди, либо не мешай. Я понимаю, что своим торсом меня выталкивает. Что, блин, такое? Да будьте пока выстрелять, ребят. Идем, 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 идем. Что стоим-то? Кого ждем, ребят? Нам валить надо что-то быстрее. Ребята! Сержант, ты приказы будешь отдавать или нет? А или будешь дальше стоять, мозга ебать? Сука, блядь. Сраные гранаты эти, блядь. Еще эти, сука, стоят, блядь. Мозга ебут, даже помочь не могут. Пошли давай, блин. Вашингтона там орет, блин. Вообще смотрите по сторонам, что происходит, а? Песназовцы, или вы вообще так? Хрен пойми кто. Ч
Чё вы там зависли-то, алё? Пехота! Шевелите булками, а! А ты, гондон, давай тоже шевели поршнями своими. Люди воюют, а он там гасится где-то. Мы будем идти, нет? Что это такое? Помогите мне, да? Понятно. Какую позицию занять, придурок, что ли? Уже идти надо дальше. Прозрение у тебя случилось, что ли? Какой ты тормоз, а? Вообще по ситуации работать не умею. Блэкли, пошли. Блэкли единственный, кто воевать хочет. Или, по крайней мере, может. Блэкли, идем. Красавчик, он молодец. Ваш он вообще тоже конченый какой-то. А их командир вообще черт. Вообще, походу, первый раз он на боевую задачу вылез. Пойдем, 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 ребят. Давай, Блэкли, пошли. Единственный, кто меня, по крайней мере, прикрывает всегда. Блэкли справа. Блэкли! Аккуратней! Граната назад. Ну, сука. Кто тут сил мне мешает? Пошли. Давайте, ребята, давайте, чуть-чуть осталось. Точка эвакуации уже близко. Идем, Блэкли, идем. Так, вот они, наши птички. Чисто уходим. Я вас понял, прикрываю.
эвакуируй, давай, полетели, но...